Типа нюхнули на тренировке. Просто жопу перетяни, жопу перетяни. Должен заходить и тянуть. Сейчас. Ориентироваться будешь на ходу. А? Если понимаешь, что не можешь заехать, просто либо уйдешь чуть вправо, там можно заехать. Я запнул его все. Видел? Я не видел. Камера сняла. А что это было? Чисто. Я вот там заехал. Не прыгнул. А как? Не так по ногами, но туда. Бля, ты конечно. Сейчас дай куду. Зачем ты курву делать? Наперед же наклоняйся. Красава. Ну. Ну хорошо заехал на самом деле. Газу и пошел сразу на ходу. Раз. Я сам. Ты не заедешь сюда сам. Ты еще раз должен спуститься, еще раз лучше. Спустись обратно. Аккуратно. Больше газу, больше скорости. Газу, газу! О, красава вообще! Газ могу? С разгону сможешь! Ай! Вообще! А он объехал! Таких бревен не будет у вас, объезжай!
Молодец! Давай, давай, не сдавайся! Молодец, вообще, топчик, топчик. Теперь нам уже стыдно бежать, Макс. Просто пиздец. Фара засветила. Чувствуешь? Чувствуешь? Нормально. Газу! Можешь там попробовать, либо тут. Подсос? Дайте хлеба крестьянским детям. Ну что ты врезался? Я не помню. Видно, блядь, это я на первой ехал, я не могу понять, что на боли не хочу ехать. Потом, блядь, лежу, лавки нету. И трэш горка, я только подъезжаю, блядь, проверить первую, она не включается. Когда спускаешься, ты задняя нога на тормозе должна быть, а ты только левой опираешься, желательно. Чтобы тебе было два тормоза всегда. Понял. Знаешь, что сделал? Пережал передний тормоз, надо задним. Я понял. 30 секунд прошло. У меня просто страха, у тебя его нет. Поэтому вперед. Я боюсь. Ну, все равно делает. Это просто путь джедая. Путь самурая. Не подаван. Сергей, переставь сюда его, направо перед. Ногами помогай, ногами. Так заводись можно, не? Газу! Вперед! Yeah.
максимально слева траекторию. У меня ножки нет. Справа, в кармане лежит. Да, левой нет. А левая еще хуйня держится. Левая пизда. А, ну левая тоже пизда, надо упор ловить. Не, у меня лежит... Бля, Сергей! Что? Что-то было! Ты видел? Ты видел? Камера засняла? Ну там будет плохо видно, но будет. Я, блядь, в конце одна нога здесь, вторая там! И, блядь, надо балансировать там. На самом деле, это, ну, опасно дальше продолжать, потому что без лапок, блядь. Сергей, тебе туда, вокруг. Да, я уже... Туда, налево, налево. Вокруг бревна объехать, чтобы. Сейчас, а ты что там делаешь? Что я тут делаю? Блядь, пробил картер. Пробил картер? Да. А он картер пробил. Включение передач лапки, да. Пизда, лапки и одной задней. Что делать? Катить? А куда катить? Ты же не знаешь. А чем ты пробил? Лапкой? Все, покатуха закончилась. Нормально так. Ну, заварится аргоном. Ну, конечно. Просто что, блядь, как его сейчас нахуй телепортировать? Куда? Вообще без понятия. Что? А там есть выход? Выезд вообще какой-то. Лапка, она отошла. А, блядь. Жизнь, я тут чуть кругу не дал. Спускайся назад, налево и... Возьми шлем, я сейчас без шлема. Пин какая-то, отмеченная сейчас в эти карты. Подержи-ка еще, подержи, я хочу проверить. Четко!